Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня отправилась в Иран, где примет участие в турнире четырех наций. Соперниками белорусов будут дружины Ирана, Украины и Японии. Отстаивать честь страны под руководством Андрея Толмача и Александра Савинцева будут 14 футболистов. Двое из них представляют гомельские клубы. Это голкипер БЧ Владимир Стремилов и полевой игрок Владислав Селюк из ВРЗ. На старте турнира четырех наций 23 сентября белорусы сыграют с японцами. На следующий день с командой Украины. А 26 сентября противостоять Беларуси будут хозяева, футболисты сборной Ирана.